Друзья, всем привет! Сегодня я хотел показать способ, как можно перевести гипсокартон в Ларгусе. Иногда нужно, допустим, 1-2 листа гипсокартона, и нанимать газель просто нерентабельно. Ну, тем более, если ехать куда-нибудь за город, в дальняк. В общем, как перевести? Мне нужно было всего лишь 4 профиля и 2 листа гипсокартона. Обратите внимание, вот 2 листа гипсокартона. Под ним у нас профиль. Профиль 50 на 40 и 50 на 50. Я завернул гипсокартон в стрейч-пленку, но предварительно я их порезал пополам по 60 сантиметров. Я резал только с той стороны, которая мне нужна. То есть, если мне нужен чистовой лист, я режу его сзади. Если мне лист не важен, я режу его с любой стороны. Отрезав пополам, я обернул все это в стрейч-пленку. Вы думаете, если я обернул стрейч-пленку, я какой-нибудь чистоплюй? И это мне нужно только для чистоты. Нет. Стрейч-пленка позволяет ли держать лист гипсокартона в этом положении, и он не бегает туда-сюда. Потому что во время маневрирования на дороге листы гипсокартона будут просто кататься по салону. И это очень опасно. И еще один момент. Если вам нужно больше, чем 2 либо 3 листа гипсокартона, то лучше уж закажите доставку до объекта, потому что если нагромождать здесь очень высоко, а это можно сделать, тут можно листов 10 загрузить смело, это будет опасно, потому что вы просто закроете свой обзор справа, обзор сзади, и безопасность дорожного движения превыше всего, поэтому рекомендую только 1, 2, 3 максимум листа гипсокартона перевозить таким образом. Два профиля я брал 50 на 50 и 50 на 40, но мы будем собирать конструкцию. Я их расположил от заднего сидения и до панели. Вот здесь вот у меня лежит на панели. И вот это среднее сиденье, оно идет как усиление конструкции, ну, усиление опора. Кстати, подголовники желательно все убрать, когда вы будете перевозить гипсокартон, потому что они будут мешать. И вот эта вот плоскость, которую мы создаем вот от одного сиденья до другого, оно должно быть ровненьким. И вместе с этим, с панелью на одном уровне. Тогда профиля будут лежать ровно и качаться не будут. Потому что если использовать просто гипсокартон, то он может провиснуть и также будет гонять по салону. Поэтому на профиля мы ложим листы гипсокартона, и они у нас ровненько лежат. Естественно, мы полный груз не делаем на панель, потому что панель может продавиться. Да, и кстати, лучше что-нибудь мягкое стелить на панель вот сюда вот, потому что если вы этого делать не будете, то вот эту панельку просто расцарапаете. У меня вот тут есть небольшие царапины, которые, ну, случайным образом, в общем, получились. И желательно все-таки защитить эту панель для красоты хотя бы. Мы усиливаем с помощью вот этого вот пассажирского сиденья. Еще один момент: когда вы грузите ваш гипсокартон, лучше, чтобы у вас было 2 человека, потому что одному засунуть вот этот лист гипсокартона в салон будет очень неудобно, так как стрейч-пленка будет мешать давать сопротивление, и получается, вы просто один не сможете это сделать. Ну, возможно, сможете, но у меня не получилось. Мне помогли ребята. В общем, вот таким вот способом можно перевести 2-3 листа гипсокартона в Ларгусе. И тем самым немножко сэкономить денежки. Ну, если это вам нужно, тогда вы экономите свои деньги. Если вам, ну, это не нужно, то вы экономите деньги заказчика. Вот. Один из способов перевозки листов гипсокартона в автомобиле Ларгус. У меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Ленар, канал Перестройка 116. Всем пока-пока.